Как же решать такие уравнения с логарифмом, когда у вас лог равен числу? Все же любят, чтобы у нас лог равнялся лог. И часто ребята начинают заменять вот эту двойку на логарифм по основанию 5, как в принципе и нужно делать. Но теряются и не понимают, что писать вот здесь вот внутри, на что менять эту двойку. Ребят, рассказываю метод, который вам позволит безошибочно всегда решать такие задачи. Подписывайте к этой двойке логарифмическую единицу по нужному вам основанию, просто тупо 5,5, потому что у нас здесь логарифм по основанию 5. И закидывайте эту двойку как степень к пятерке, и дальше делайте, как вы привыкли. Отбрасываем, когда мы 5 возьмем в квадрат, будет 25. Здесь будет лог 5, 4х минус 3. Как мы и хотели, отбрасываем логарифм по основанию 5, и остается 4х минус 3 равно 25. И решаем это простецкое уравнение. Получаем 28, х равен 7. Круто!